Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня вот такая вот ошибка. Возникает она при установке определенных драйверов или программ. В моем случае это МФУ от HP, M227. Битва с драйверами была у меня именно с ним. Сразу скажу, что ошибка эта возникает вследствие отсутствия подписи драйверов у некоторых производителей программ. Почему их нет именно у HP, сложно сказать. Скорее даже дело в каких-то сертификатах в операционной системе Windows. Они либо повреждены, либо отсутствуют. Потому что на других компьютерах с той же операционной системой установка проходит без проблем. Это именно на этом ПК возникла у нас такая ошибка. В интернете по этому поводу бытует мнение, что необходимо какие-то сертификаты докачать, заменить. В общем, геморрой. Этого делать мы не будем, мы найдем более простой выход. Мы просто выберем режим загрузки Windows, где можно устанавливать драйвера без подписи. И сделаем установку. Вот и все. Это перейдем в параметры восстановления, выберем особые варианты загрузки и нажимаем «Перезагрузить сейчас». После перезагрузки выскочит меню с выбором действий, выбираем поиск устранения неисправностей, далее дополнительные параметры. Затем выбираем параметры загрузки, нажимаем «Перезагрузить». И в следующем меню нам необходимо будет выбрать режим загрузки. Нам нужен 7-й, отключить безопасную проверку подлинности драйвера. После этих действий при очередных попытках установить драйвер он будет устанавливаться без проблем. Единственное, иногда будет вылетать окошко, где вас будет спрашивать, точно ли вы хотите установить драйвер без подлинной подписи драйвера. Мы соглашаемся несколько раз, и драйвер будет установлен. Подмечу, что после перезагрузки вашей системы этот режим будет отключен. Вам нужно будет все сделать по новой, если потребуется.